Девчонки, всем привет! Сегодня у меня такой первый вязовлог. Я хочу рассказать, как я начала тут вязать недавно, кстати, с какой пряжи я вяжу, показать свои первые изделия и показать некоторые покупочки, которые я сделала буквально вот тут здесь на днях. Вязать я вообще, в принципе, крючком. Я вяжу крючком, а не спицами. Спицами я тоже умею вязать, но как-то мне не по душе вязать спицами. Вяжу я большинство всего-таки крючком. Крючком я еще научилась вязать в детстве. Мне кажется, это у многих бывает, когда бабушка научит тебя вязать. И вот я вязала. Но потом как-то вот у меня это все отошло, в принципе, и я перестала вязать. Потом я начала другими видами рукоделия заниматься. В принципе, это можно посмотреть на моем канале. У меня нету определенного именно одного вида рукоделия. Я такой человек, я люблю как бы обширный. То есть я занимаюсь и скрапом, и делаю цветы из фома, и книжки развивающие. Тут еще вязать начала. И то есть, ну вот, мне нравится все и по чуть-чуть, помаленьку. Этот вязовлог, вязальный влог, я хочу начать с одной игрушки. Эту игрушку я связала, наверное, месяца 4 или 5. Это была первая моя пробная игрушка. Вязала я ее из вот такой пряжи, Alize Softy. Только это у меня чисто белый цвет, это вот номер 55. А я вязала ее как бы такой с кремовой. То есть она очень мягкая, мне очень понравилась. Но я, в принципе, знала, на что я иду, потому что если я, в принципе, игрушки ни разу не вязала, еще хотела сказать, я вяжу именно не изделия какие-то, а игрушки. По крайней мере, пока начинаю вязать. У меня их очень мало, игрушечек. Я сейчас подробнее о них расскажу. Итак, вязала я вот из такой пряжи. Она вот такая вот пушистая. Вот такая вот ниточка. Я, в принципе, знала, на что я иду, что я из этой пряжи все-таки вот как бы начинающим вязальницам, ну, не надо вязать. То есть петельки плохо видно. Ну, я попробовала. Сейчас покажу, что у меня получилось. Получился у меня вот такой мишка. Мне он, в принципе, понравился. Единственное, что я делала утяжки сзади, и вот такие у меня повстали сети. Но этот мишка у меня лежит, то есть он у меня просто вот радует глаз. Вот такой вот мишка у меня получился. Это я вязала из Alize Softy, а вот уже шляпку, юбочку я вязала из Пехорки. Детская новинка. Вот такая вот Пехорка. Сейчас покажу. Так, вот такая вот у меня белая. И вот такой вот у меня розовый. Это надо найти. Светлая Азалия, по-моему, вот такой вот номер. Сейчас мне не хочется сфокусироваться. Никак. Номер светлозем, номер... Что тут номер-то? 324. О, сфокусировалась. Да, эту я пряжу покупала как-то уже давненько. Она у меня тоже лежала. Ну, примерно, как вот мишку связала. То есть перед ним я купила эту пряжу. А пряжа эта очень бюджетная. Она, по-моему, у нас... Я покупала ее в наших магазинах здесь. 50 рублей она стоит моточек. Покупала я там несколько цветов. Единственное, что мне эта пряжа нравится. С нее, как бы сказать, вязать ничего приятно. Но она как бы так похрустывает, можно сказать. Ну, вот такой вот у меня мишка получился. Это был первый пробный. После этого я забросила как-то вязание. Перестала вязать. И тут недавно, буквально на той неделе, меня все-таки опять осенило, и я начала опять вязать. Связала я вот такого мишку.
Мишку я вязала по мастер-классу. Мастер-класс я оставлю, чей это мастер-класс, я уже не помню. Оставлю внизу в комментариях там под видео. Вот такой вот мишка у меня получился. То есть у него отдельная вот такая вот шапочка. И снимаются тапочки. Вот такие тапочки. Ручки, ножки у него двигаются. Вообще мишка идет с глазками, но я решила, что это если спящий мишка в пижам, ну, мишка в пижамце, то у меня будет спящим вот таким. Вот такой крошечный мишка. Этого мишку я вязала вот как раз из пряжи детская новинка от Пехорки. Это вот у меня был белый цвет, как раз вот светлая азалия. И, по-моему, у меня еще был цвет бирюза. Или бирюза, или я вот уже потерялась в этих. Либо айсберг, либо бирюза. Честно, не помню какой. И вот такой цвет мятный. Носик я черный такой же новинкой. У меня не было ириса. Я тоже делала вот из черной пряжи. Вот такой вот у меня мишка получился. И последняя игрушка, которую я тут вязала, это у меня вот такой вот мишка. Он у меня недовязанный. Мне буквально не хватило вот лапка одна задняя, нижней лапки точнее. И вот у меня не хватило довязать такого мишку. Этот шарфик я уже сама вязала, решила шапочку. Мне вчера сын младший подошел, говорит, мам, тут шапочки не хватает. Ну, думаю, ладно, свяжу шапочку наподобие такого же шарфика. Вот такой вот мишка. Ну, тут он еще не довязанный, тут еще бровок нету. Вязала я этого мишку вот из такой пряжи. Я вчера уже съездила в магазин и купила пряжу. Вязала я из Пехорки, спортивная. Цвет у нее 386 светло-серый меланж. Сейчас скажу, что у нее состав. Состав у нее вот акрил, полиамид и ПБТ. Это пряжа. Мне она очень понравилась. Она очень мягкая. Она такая текстурная. То есть мишка получается не чистый, как бы серого цвета, а с такими как бы переходами такими небольшими. Она очень мягкая. Я думала, мне хватит этого мишки на целую игрушку. Но все-таки мне его почему-то не хватило. Хотя вот я делала тоже по мастер-классу. Мастер-класс я оставлю тоже внизу под видео, по какому мастер-классу делала. И там надо было 150 метров. То есть, ну, нитка разная бывает тоже. И вот здесь у меня тоже на 50 грамм 190 метров. Я думала, мне, в принципе, хватит. Но мне не хватило. И я вчера поехала, купила еще вот два. Мне очень понравилась такая пряжа. И эта пряжа, она идет, конечно, у нее нет ярких цветов. У нее все такие вот спокойные цвета. Но пряжа мне понравилась. Вот мишку довяжу, потом уже в следующих, когда буду следующий вязовлог снимать, покажу, какой у меня мишка все-таки весь получился. Вот такая вот у меня пряжа. И такой вот у меня мишка получается. Так, хотела я показать, какую я покупала пряжу. Но это было еще, да, это у меня такая вот корзиночка есть. Ализе Пуфи, да, я покупала, но так я из нее ничего не сделала. Потому что, в принципе, из одного клубочка мало ли что, мало может чего получиться. Потому что, допустим, плед надо сделать, если даже метр на метр, то есть их как минимум надо 4. Игрушки, я вроде смотрела мастер-классы, но мне, в принципе, мне не нравятся игрушки, которые с такими, ну, удлиненными там, как бы, ножками, ручками. И я все-таки пока у меня лежит. Еще хотела сказать, вот самого мишку я вязала из спортивной Пехорки, а вот шарфик, нос, я вязала из другой пряжи. Вот белая это Пехорка, которая, как и мишка этот, а вот голубая это я вязала из Ализе. My Baby. Цвет 189. Она такая мягкая, в принципе, не скрипучая по сравнению с Пехоркой. Я не знаю, слышно на камеру, нет? Она похрустывает. А это нет, мягенькая. Ну вот купила я вот такую еще пряжу. То есть хочу попробовать.
И тут я хочу как раз шапочку связать вот этому мишке серенькому из вот этой пряжи. Два клубочка купила, второй цвет 62. Она недорогая была. У меня даже где-то чек сохранился, потому что я хотела тут запись сделать. Она, my baby, по 60 рублей. Да, и вот эта спортивная, она по 65 рублей. И купила я еще тут пряжу себе. Вот такую попробую. Тоже хотела мишку сделать. Семеновская пряжа Карапуз Эко. Она толще, чем вот Ализе My Baby. Вот видно, что она толстенькая такая. Она очень мягкая. Мне понравилась. У нее состав акрил и полиамид, тут капрон. Здесь у нас идет 50 грамм, 125 метров. И цвет это светлый беж номер 17. А вот это у нас голубой номер 3. И вот из этой пряжи я тоже хочу связать мишку. Но я уже тут передумала, возможно, и не мишку связать. Но я хотела, взяла два клубочка, хотела такого мишку, но чуть-чуть побольше, чем вот этот вот у меня маленький. И она тоже была очень бюджетная, по 55 рублей. Но это старая цена. Сейчас, говорит, она выросла, и то есть она стала стоить по 85, по-моему, рублей. Ее вот, ну, именно в этом магазине, в котором я брала в нашем городе, ее сказали, не будут привозить. Так, ну и все, у меня здесь, в принципе, вот здесь у меня одни идут, это все пихорка, это тоже пихорка, пихорка, пихорка. Здесь я показала на камеру. Здесь у меня такая травка, но это я уже давно брала, и то мне надо было на елку в детский сад делать. А здесь это у меня тоже пихорка, и здесь у меня ирис такой лежит. Вот такая мне небольшая коробочка. Так, и что я приобрела? Ну, я купила тут, естественно, мне надо было ирис. Я купила черный, чтобы делать вот тут глазки, бровки там, разные глазки. И белый я купила, это мне для скрапа, я хочу сделать салфеточки. Вот такой вот ирис. Так, купила я еще вот такие вот иголочки для пришивания пластмассовые, то есть их три штуки, тут они разного размера. Хочу попробовать такими иголочками пришивать. В принципе, вот как раз длинная, то есть и хорошая вот тут широкое ушко. Такие иголочки. Так, купила я крючок. Ну, о крючке я попозже сейчас расскажу, почему я купила именно такой крючочек. Самое главное, я купила пряжу, которую я хотела. У нас в городе пряжа вот Himalaya Dolphin Baby стоит от 200 до 260 рублей в наших магазинах. То есть, в принципе, очень дорого. Я нашла в интернет-магазинах за самое дешевое Himalaya была по 129 или 130 рублей. Но это не в интернет-магазинах, это вот ВКонтакте, допустим, я там нашла. Но я потом сделаю заказ. Но мне так охота было повязать. И я вот решила купить. Зашла я в один магазин, который я забыла, в принципе, что он там у нас существует. И там я увидела как раз вот эти два моточка последних остались. И вот такая еще два моточка осталась. Я купила эти все четыре моточка, и тут как раз она мне говорит, женщина, говорит, девушка, говорит, а у нас скидка еще 20%, то есть еще дешевле. Эти два моточка были по 200 рублей, со скидкой они получились у меня по 160. Эти два моточка я покупала по 165, а со скидкой они получились, по-моему, 132 или 133 рубля каждый. Ну вот я решила взять, думаю, было бы еще, я бы еще взяла. То есть по 160, в принципе, это хорошая очень цена. Но за 200, и у нас есть вот в Логосе, в большом швейном магазине, там 260-230 рублей стоит. Но это очень дорого.
Итак, вот купила я как раз попробовать связать вот такие, вот такой пряжи плюшевых. Это я хотела зайчика или мишку, или зайчика, я уже не помню. Ну вот в следующих вязовлоге я покажу, что у меня получилось. Вот такая вот пряжа. Так, я купила здесь у нас оттенок 8327. Такой вот голубой оттеночек. 100 грамм, 120 метров. Так, спицами это у нас вон 6,5, крючок 4,5. Но я спицы не вяжу, мне крючком. Она очень мягкая. Я читала много отзывов. И вот как раз я хотела Himalaya Dolphin Baby попробовать. Так, и вот такой оттенок. 8315. И вот я попробую. И взяла я вот такую. Там как раз два последних осталось. Baby Soft. Здесь 100 грамм, 110 метров. То есть она меньше у нее метраж. И вот так вот я потрогала, в принципе. Но по ощущениям они чем-то похожи. Но вот это все равно более пушистая Хималая, чем это. Ну попробую я, что получится у меня с этого. Но здесь у нас написано только спицами почему-то 6-7. То есть крючка нету. Ну в принципе, если как здесь 4,5 там вот. 4. И здесь такая же тоже. Так, и вот крючок. Я решила крючок взять. Вот такой крючок я взяла от Картапу. Я хотела, кстати, и пряжу Картапу попробовать. Вот как раз тоже это, но ее не было. Вот все, что было на нашем, в наших магазинах, то и взяла. Вот такой вот крючочек. Этот крючок у меня 4,5. Так. Этот крючок у меня стоил так, он стоит у нас в магазине 100 рублей, но со скидкой я его взяла за 80 рублей. Вот такой крючок. Здесь она как бы такая прорезиненная. Вот такой вот кончик. Ну, в принципе, я думаю, я так попробовала. Тоже вот здесь такая как бы ямочка. То есть я вот так вот вяжу, мне вот так вот удобнее вязать. Ну, попробуем. Я вот взяла как раз этот крючочек для вязания вот из этой пряжи. Что-то у меня камера совсем не фокусируется. Вот так. Так, ну, вроде все рассказала, что хотела. Я не рассказала только, каким крючком я вязала. Вот этого мишку я вязала крючком. У меня вот тут старенький крючочек был где-то. Этого мишку я вязала вот таким крючком. Я вязала, вот здесь мне 2.0 написано. Но 2.0 я вот еще точно не, так и не поняла. 2.0. И вот потом я купила вот такой крючочек. Тоже он у меня тут 2.0 миллиметра. И вот если сравнить вот этот 2.0 и этот 2.0, они отличаются. Фокусируйся. Вот они отличаются. Если взять вот, допустим, 3.0, вот этот вот у меня есть, который с другой стороны, они уже более-менее похожи. Чем вот это 2.0. То есть этого... Ой, извиняюсь. Вот этого мишку маленького я вязала вот этим крючком, который 2.0, который меньше. А вот этого я уже вязала вот этим крючком. Тоже 2 миллиметра. Вот этим крючком вязала. Ну, теперь у меня уже прибавление в крючках. Здесь у меня еще, кстати, есть тоже еще один крючок. Я не помню, что я этим крючком вязала. Вот такой вот у меня большой на 6. Вот такой вот. Вот такой вот у меня мини-вязовлог получился. Но получился он у меня почему-то все равно большой. Хотела на минут 10, получилось, как обычно, на 20 минут. То есть хочешь определенного времени записать, но получается больше. Всем спасибо за внимание. Думаю, что в ближайшее время я сниму уже второй такой же вязовлог. Может, появятся у меня какие-то еще новые покупочки, или я расскажу о своих
игрушках, которые я связала или начинаю вязать. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.